Незабываемый культурный вечер ждет самарцев в эту субботу. Всероссийская акция «Ночь музеев» охватит рекордное число просветительских объектов города, как бюджетных, так и коммерческих. Праздник музеев пройдет по всей России. Лозунг вечера – это больше, чем музей. Более 40 площадок в этом году примут горожан и гостей нашего города. Мы расширили в этом году границы, создав более комфортные условия, ограничив движение по улице Куйбышева в ее исторической части, где будут работать несколько музыкальных площадок. По стопам Шаляпина. На балконе гостиницы «Жигули Бристоль» прозвучит оперная программа в исполнении трех выдающихся голосов России. Самарского баса Георгия Шагалова, солиста Большого театра Атара Кунчулия и артиста Московского театра имени Станиславского и Немировича Данченко Максима Орлова. Музыка будет звучать отовсюду, начало в 20:00. Для тех, кто хочет успеть везде, с 3 часов дня и почти до полуночи будет курсировать бесплатный автобус от филиала Третьяковки до Хлебной площади. Каждый посетитель ночи должен найти свой праздник, он должен найти свой музей, свою экскурсию. Конечно же, этот период пандемии накладывает свой отпечаток. Мы понимаем, что мы его не прошли. Но мне кажется, что мы нашли какое-то очень элегантное решение из этой ситуации, и большая часть мероприятий, которые будут проходить, они будут проходить на открытых пространствах. В здание будут пускать небольшими группами с измерением температуры и строго в масках. О том, где и когда пройдет каждое из более 100 запланированных событий, можно будет узнать не только на сайте организаторов и администрации города, а также в информационном центре, который откроется на пересечении улиц Ленинградска и Куйбышева. Также вечером 15 мая в Самаре пройдут 20 бесплатных экскурсий со знатоками самарской истории. В этот день многие галереи, музеи, усадьбы, библиотеки и театры будут пускать гостей бесплатно. Остальные будут продавать билеты по льготной цене. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.